Добрый день, меня зовут Пелевина Татьяна, я представляю компанию Кадрлайн. К нам не так давно обратилась компания ООО «Хёгель Шу Фэшн». Они производят и реализуют обувь в магазинах под собственным брендом. Бизнес связан с производством и продажей обуви, поэтому больше всего на прибыль влияют показатели выхода готовой продукции, доставка товара, розничные продажи. Под руководством компании трудится несколько цехов пошива одежды и пара фирменных магазинов. Чтобы полностью контролировать работу персонала, необходимо доработать систему 1С зарплаты и управления персоналом 8, а именно автоматизировать учет отработанного времени с помощью средств SCUD на основе программного учета занятости. Также интересовал расчет заработной платы в автоматизированном режиме. Провести модернизацию программы мы доверили нашей команде ООО «Кадрлайн». Наши специалисты хорошо знают нюансы профессиональной организации рабочего процесса в сочетании систем CUD и 1С зарплаты и управления персоналом 8. Опишу эффект от внедрения оборудования и доработки программной части программного продукта. Сперва занялись заказом и установкой технического оснащения. Это магнитные пропуска, считыватели карт, компьютеры, обработки и передачи информации. Отдел кадров присвоил каждому работнику индивидуальную карточку и зафиксировал в системе, раздали пропуска сотрудникам производственных цехов, складов и магазинов. Запустили, протестировали работу систем контроля управления доступом на местах. Настроили загрузку данных в стационарную версию 1С зарплата и управление персоналом 8. Разработали графики выхода из сменных работников и дневников. Автоматизировали учет реального отработанного времени и сопоставили с нормативом. Поработали автоматический расчет основной заработной платы по показателям выполнения рабочего графика с минимальным вмешательством пользователя. Результатом автоматизации 1С зарплаты и управления персоналом 8 в компании ООО «Хёгель Шу Фэшн» стал подъем дисциплины на местах. Увеличилось производство обуви, распределение по магазинам, реализация товара также выросла. Персонал меньше времени тратит на личные дела и постоянно обслуживает клиентов. Thank you.